Том, смотри, у нас новый питомец! Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастик Кидс Том. Ты уже за золотом отправился? Ну подожди, я не успела показать еще ребятам. Смотрите, какой крутой! Ну что, испытаем этого питомца против Тома? Готовы? Бег за золотом против Тагдаш. Помчались, друзья! Так, ух ты, ты решила... Наш питомец решил отправиться на скейте. Ой, ну что, как это называется? А монстр трек у нас тут есть вот такой. Давайте пока без машинки, питомец очень классный, попробуем им играть. Том, да ты уже целую гору золота насобирал, а мы еще не вышли. Ух ты, за нами наша нянечка мчит. Ничего, мы от нее сейчас убежим. Кстати, друзья, давайте скорее насобираем на канале Ушастик Кидс 1 миллион подписчиков. Подписывайтесь на канал, нажимайте кнопочку подписаться, мои хорошие. А еще присоединяйтесь к моей страничке в Инстаграм. Она прикреплена к главной страничке канала. Вау, у нас тут магнитик. Сейчас мы его возьмем. А Том, ой, врезались в пенек. Да нет, лучше мы спасемся. А вот Том миссию свою уже выполнил. У нас, кстати, сегодня команда говорящего Тома и его друзей против питомцев Тагдаш. У нас, кстати, очень много новых питомцев крутых. Этот вообще классный. Смотрите, он весь светится. И он сейчас, кстати, взял магнитик. Ой-ой-ой-ой-ой, я тут пока почесалась, мы второй раз врезались. Фух, лучше не отвлекаться совсем. И кто же играет в твоей команде, Том? Кого ты выберешь? Да что такое? Что-то этот питомец прыгает плохо. А против нашего нового питомца в этот раз играет Том-космонавт. А спустимся мы лучше пониже, вот так. У нас еще действует магнит, так что второй нам пока не понадобится. Да, странный лесок, тут полно мухоморов. Да что же такое, нянечка? Так, а покажу-ка я вам еще крутого питомца, которого мы взяли. Так, сейчас. Смотрите, кто у нас тут есть. Да, там космонавт. Сейчас я выберу другого пушистика. Вот такой классный светящийся. А еще у нас появилась новый педжи. Вот такой. А еще есть вот такой. Руби, очень классно, у него красный рубинчик. А помните, у нас еще есть крутой питомец тоже, который светится из этой коллекции, огонек такой. И вот этот сиреневый, вообще крутой. Так, это у нас какая-то, видимо, крутая коллекция попалась. Ну что, можем купить, кстати, новую машинку для наших питомцев. Жалко, что у Тома нету машинок, но в этой игре тогда же мы можем что-то купить. Кстати, у нас не было вот такой машинки. Попробуем ее в действии, мои хорошие. Ну что, вперед против Тома космонавта, который сейчас, кстати, сразится со злым боссом. Кстати, еще я сегодня передам для вас много приветиков. Хотите тоже привет на канале Ушастик Кидс? Тогда подписывайтесь на канал. И самое главное, в комментариях напишите ваше имя и фамилию. И получите привет в одном из новых роликов на нашем канале. А мы снова в сложном лесу. И, кстати, этот питомец мне очень пеги, очень даже нравится. Особенно эта машинка. Ух ты, мы взяли ключ. Том, мы взяли ключ. Мы что-то откроем, какую-то тайную дверку. Но мы потеряли машину. Ну и да ладно. Купим еще одну. И в этот раз в команде Тома против игры Тагдаш у нас будет соревноваться. Кто же там? Том, кого ты отправляешь? Это Том, ковбой, против нашего маленького бегасика. Так, ух ты, это что такое? Мы взяли какой-то бочонок с суперэнергией. Ну, наверное, он дает нам больше скорости. Ух ты, тут пчелы на голову сыпятся. Да, Том, не то что у тебя. Ух ты, мы сейчас какого-то интересного питомца поймаем. По-моему, у нас такого еще нету в коллекции. Он, по-моему, прыгает. Кто это? Я не пойму, кто это? Что это за питомец? Вы можете разобрать? За кем мы гонимся, друзья? Так, теперь главное его поймать. Ай-яй-яй, я врезалась. Что он сейчас скроется от нас? Так, два бриллиантика, спасаемся. Ну вот, раз, два, три, оп. Вау, это, по-моему, песик или олененок. Я не успела разглядеть. А если вы успели разглядеть, ну, не знаю, наверное, все-таки олененок. По-моему, я видела у него рога. Видели у него рожки. Сейчас посмотрим, кого мы поймали с нашим новым пегасом. И выберем нового соперника против Тома Ковбоя. Ух ты, по-моему, у нас такое уже было. Кстати, друзья, а вы знаете, что у меня появился новый канал? Называется «Волшебный сундучок». Там вы найдете новые серии про говорящего Тома и Анжелу. Да-да, все, кто скучал про Анжелу, идите на канал «Волшебный сундучок». Смотрите его тоже. Главное, не забудьте название «Волшебный сундучок». В общем, все просто. Так,
Кто тут у нас еще такой интересный был? А, нет, это не тот. У меня же столько много питомцев. Вот он, Руби. Я хотела его испробовать. А для Руби мы выберем другую машинку. А можем вот такую прикупить. Вау, Fire Truck. Вообще крутой. Ну что, Том Комбой у нас мчит на скейте. А мы поедем на Fire Truck. Вперед, удираем от няньки. От нашей няньки. Вот так няня нас ловит, отвозит в дом всех питомцев. А мы от нее удираем тогда, когда она засыпает. Удираем, чтобы насобирать много монеток и поймать новых питомцев для игры. Кстати, вы заметили, питомцев у нас уже просто целая гора вообще. И игра очень классная. Так, у нас сундук, Том, смотри, мы взяли сундук. Ух ты. Так, продолжаем. Продолжаем, сейчас режемся скорее в сторону. Оп, оп, вот это скорость. Так, магнитик берем, отлично. Смотрите, сколько золота мы намагнитили. У Тома, кстати, тоже магнитик. Кстати, какая вам команда больше нравится? Говорящий Том или маленькие питомцы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. А мы, по-моему, сейчас поймаем сиреневую змею. Из сиреневой змейки... Ух ты, ничего себе. А, это машинка. Она дала нам дополнительную жизнь. Я вам скажу, здесь тяжеловато прыгать. Очень большое расстояние. Как так не врезаться бы? Оп, оп, скорость большая. Так, у нас что, топливо кончается? Сейчас поймаем змейку, я надеюсь. Ну, смотрите, какая красивая. Ага, кислая мордочка, это значит няня близко. И у нас новый питомец в тележке. Ура, у нас, кстати, 15 питомцев открылось, 15. И мы с вами попали в самую холодную локацию. Кстати, Том, у тебя тоже есть такая холодная локация. Так, у нас только 180 монеток. Ух ты, это что там? Молочко? Мы взяли баночку с молочком, коробочку с молочком. И, видимо, на это молочко это будет как приманка для новых животных. Так, я смотрю, Том Ковбой уже справился со своей миссией и заработал 1600 слитков. Неплохо. Ой, а мы сейчас возьмем с нашим Руби зеленый бриллиантик. Разгоняйся, Руби, вот так. Смотрите, как здорово, у нас еще один бриллиантик в коллекции. Разгоняйся, разгоняйся, опа! Отлично. Ой, у нас тут обвал, смотри, Том. Ух ты, Джинджер тоже у нас в холодную локацию отправился? Или нет, сейчас проверим. Нет, он уже в городе у нас. Ай-яй-яй. А мы врезались в ледышку. Так, посмотрим, что там за питомец у нас есть, кстати, еще. Там был кто-то интересный, кем я хотела поиграть. А вот и новый питомец из нашей коллекции. Кстати, мы с вами не открыли сундучки еще. Так, а ну, откроем, посмотрим, что там в этом сундуке, который мы подобрали. Ух ты, тут у нас какая-то награда. Отлично, нам дали 3 ключика. А вот миссии, которые придется еще выполнить нашим питомцам. Так, ух ты, это приманка, разная еда, которую мы можем подкладывать для поиска новых питомцев. Так, отлично, здесь монетки были. А сейчас посмотрим, какие тут еще питомцы. Так, смотрите, какие крутые у нас есть. Вот такой, такой. Вот этот крутой очень. Вот зайка, Люси, какая, напоминает котенка из мультика Гав, или как он там назывался. А вот этот, смотрите, какой прикольный зайка. Такие у нас классные есть питомцы. Кстати, у меня тут еще для вас приветика много. Ксения Тильная сегодня получает самый первый приветик от канала Ушастик Кидс. Ксюшенька Федорец получает пушистый приветик. И Настюша Сачка ловит привет. София Августинович и Егор Лысенко. Большой привет вам, друзья. Анна Манширина и Кира Савельева. Настенька ловит привет. И Анюта Хайкова. Также привет получает... кто у нас там привет получает? Сейчас мы проверим. Сашенька Уфимцева, Лиза Лукьянова, Катюша Кудровец написала нам сообщение. Еще сообщение пришло от Алены. Аруниди, большой-большой вам приветик. Миланочке привет. Катюша Стагниенко. Ой, Катюша Стагниенко, привет, простите. Анна Михеева, Даша Лисицына и Анечка Харькова получают приветы. А также у нас привет летит для Андрея Бескурны, Егора Лысенко, Лены Телегиной, Катюши Тишиной, а также Ани Сдоренко,
Даши Лисицыной и Вики Галушовой. Большой-большой привет! Вот такие приветики, друзья! Ну, а на этом все. Увидимся с вами в новой серии в 17:00. Всем пока-пока, мои хорошие!